И снова здравствуйте. Об очень редких представительницах прекрасной половины человечества. Козлов Иван Иванович. Когда твой ропот вдохновенный звучит сердечною тоской, и я, невольно изумленный, пленяюсь дивною игрой, мой дух тогда с тобой летает в безвинный мрак тревожных дней, и свиток тайный развивает судьбы взволнованной твоей. Не твой был жребий веселиться на светлой радостной заре, но пламень в облаке родится, и в сладостной твоей игре не так мелодия дышала, не так бы чувством ты цвела, когда б ты слез не проливала, печаль душой не обняла. Всем спасибо!